Более 800 несанкционированных подключений к газопроводам выявили специалисты в прошлом году в республике. Ущерб, причиненный поставщику газа противоправными действиями, составил около 60 миллионов рублей. По закону, несанкционированное подключение к газовым сетям, хищение газа, ведет к административной и уголовной ответственности. Правоохранительными органами по выявленным фактам составлено 394 протокола и возбуждено 33 уголовных дела. В ведомстве подчеркнули, постоянный контроль потребителей со стороны специалистов газового хозяйства призван не только выявлять и устранять вмешательство в газораспределительную систему, но в первую очередь призвать потребителей газа к соблюдению техники безопасности и предотвращению несчастных случаев.